Женщина упала из окна 6-го этажа и разбилась насмерть. Ужасный случай произошел сегодня днем во дворе 9-этажного монолитного дома в 12-м микрорайоне. По предположительным данным, погибшая здесь не проживала, так как никто из местных жителей ее не опознал. Известно, что женщине было 55 лет. Свидетелями случившегося стали прохожие. Они позвонили в скорую. Я вот здесь шел, где магазин, поднимаю голову наверх, а там с подъезда женщина выпрыгивает. Уже в этот момент она выпрыгивает, все. То есть она сама выпрыгнула, правильно? Никто ей не помог. Вот так сидела. Вы ее знали? Нет, я ее не знаю. Мы с моей дочкой собирались идти домой. Вот, услышали громкий стук, ну, как будто упало тело, повернулись все. Мы подбежали сюда все. Здесь мальчика два сидели, один сосед, ну не мальчики, они мужчины, просто для меня они мальчики. Вот они позвонили первые меня в скорую. На место происшествия приехали криминалисты. Если у погибшей родственники и как получилось, что она упала из окна высотки, пока неизвестно.